Ежегодная всероссийская акция «Бегущая книга» призвана привлечь внимание к библиотекам, раскрыть их для читателей по-новому. Интеллектуальный забег сочетает в себе элементы игры и спорта. В День знаний волонтеры в футболках с яркой эмблемой стартовали от детской библиотеки имени Пушкина навстречу горожанам, чтобы задать им вопросы, рассказать интересные факты и подарить каждому заряд положительных эмоций. Плюс у этой акции то, что горожане узнают о самой библиотеке, которую можно посещать, о том, что есть множество интересных книг, которые точно требуют внимания. Это интересно, и для самой себя узнать что-то новое. В этот раз акцию посвятили теме олимпийского движения. Волонтеры отправились по общественным местам города и задавали прохожим тематические вопросы об истории и символах Олимпиад, о выдающихся спортсменах и о том, где прошла первая в истории Олимпиада. Мы спрашивали о том, в каком городе проходили Олимпийские игры. Это было Токио. Какие символы Олимпийских игр? Какие были сами Олимпийские игры, летние или зимние? И многое другое. Организаторами акции в нашем городе традиционно стали библиотекари и волонтеры. Ребята проникаются атмосферой акции и стараются принимать в ней участие как можно чаще, потому что считают, что такие мероприятия позволяют узнать что-то как и горожанам, так и волонтерам, и привлекают людей к чтению книг. Первый раз меня привлекло именно работа с людьми, то есть именно работа с людьми маленького возраста, то есть это около 10 лет. Мне также понравилось то, что я узнаю больше всего нового, соответственно, это все равно будет мне полезно. В награду за правильные ответы горожан приглашали в библиотеку и дарили сертификаты на текстовые и аудиокниги на портале Литрес. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.